всем здравствуйте, несмотря на то, что уже давно наступила весна, вроде бы как у нас, и снег давно весь растаял, мы только с Дамирчиком проснулись и увидели, что у нас начался снегопад. Да-да, растрёпанный только проснулся. Да и я растрёпанная. Она тоже была снегопад весной. Наверное, уже два раза, по-моему, и нет. Так что вот так вот, моя хорошая, снегопад среди весны. Все растаяло практически вообще, нигде ни участочка не было со снегом. И вот опять выпал снег, причем такими хорошими большими хлопьями. Масса как сыпет. Сейчас как это, засыпет нам тут все. У нас на завтрак овсяное печенье и йогурт. И яблочный сок. И мультики про щенячий патруль. Пад продолжается, хотя на камере его не так видно. Уже достаточно солидно покрыло асфальт. О, как снег повалил. О, какие хлопья здоровенные. О, снег как, еще сильнее пошел, еще больше хлопьев. Но он все равно еще и тает. Вот, видно, что он начал таять. Всем привет, я привела себя в порядочек. Мы с Дамирчиком тут смотрим на снег, на снегопад. Вот, уже приготовили покушать, пока спагетти. Попилочку. Попилочку, да? Сейчас. Платочек. Хорошо, сейчас дам тебе платочек. О, боже мой, сейчас еще будем готовить что-то с курицей. Вот. И сегодня у нас после вчерашнего рейда по магазинам, набега по магазинам. Держи платочек. Вот. А сегодня у нас пока домашний день. Хотя, наверное, если снегопад этот таять не будет, то, наверное, выйдем на улицу, а там посмотрим как. Ожидаем Володю. Он должен сегодня прийти с работы пораньше, так как сегодня воскресенье. Но пока занимаемся домашними делами, пока мы в домашних заботах. Мы буквально на следующей неделе, наверное, поедем делать покупки по одежде. Все я никак не выйду за канцтоварами, все я никак не выйду сделать ногти, но обязательно мы это сделаем. А вообще планируем в первую очередь поездку по магазинам. Нам нужно купить обувь, одежду, и мне нужны новые очки. Хотя мне тут Радочка посоветовала магазин Wildberries по поводу очков, сказал, что там большой выбор, приемлемые цены. Поэтому я этот вариант обязательно рассмотрю и, скорее всего, так и сделаю. Дамир. Сейчас будем читать с Дамиром вот такую вот книженцию. Называется «Бумажные супергерои, суперкрылья, Джет и его друзья». Говорила, нет, сейчас буду курицу готовить. Нам все мало, да, Дамир? И у нас очередная вылазка в магазин. Нам все мало, говорю, у нас очередная вылазка в магазин. Заснежило у нас. Мусорник. Уже завтра или послезавтра снега не будет. Будет плюс 7, плюс 10. Поэтому пока у нас снежки. Пока снежки продолжаются. И игры в снегу. На меня нападение? На. Я никогда не была черным ангелом. Мне в детстве не разрешали. Давай. Это я хочу побыть черным ангелом. Не лови. Да. И ножками тоже. Я не успел сфоткать. Еще раз, да, давай. Ты что, все запорол, ты выключил? Да. Я тут, короче, стараюсь. Ну все тогда, все. Что ты за человек? Вот такой у меня снежный ангел получился. Ля, большой, похож на ангела вроде. Так ты заснял что-то или нет? Да, да, да. Точно? Да, там два видео. Там хоть что-то есть? О, как ты попьем?
Та що ви за люди? Пошли. Вже я по уху получила. Вже в снігу всі. Пошли. Давай, ложись. Второй снежный ангел пошел. Вов, ты точно снял? Да, это сюда. Давай, ложись, иди. Давай. Третий твой снежный ангел за эту зиму. Супер. Давай. Сопли уже видно? Или слюни? Что там у тебя? Давай. Давай, вставай. Потом будет температура. Очень красиво ты сделал. Опа, давай. Слезай. Глянь, какой у тебя снежный ангел красивый. Слезай со снега. Все, пошли домой греться. Давай, давай, все, пошли. Давай. Вставай оттуда. А там заберут нас. Все, уже мы полностью. Набегались. И мороженка теперь. Вкусно тебе? Нет. Нормально? После такой прогулки мороженое, да? Да. Все, вкусно. Вкусно? После снежек, после снежного ангела, после того, как мне заехали в ухо снегом. И какашкой. Ага, не заехали мне никакой какашкой в ухо, а снежкой. Самое клёвое это мультик, да, и мороженое. Самое клёвое это А, да ты что, ну приятного тебе. Вместе готовим, да, Дамирчик? Тут 20 яиц. Понятно. Ненавижу тебя, ненавижу. Только что восхищался, какие они гладенькие. А я ненавижу, потому что они плохие яйца. Это из-за игры про злые яички? Да. Понятно. Что ты хочешь? Я не буду там сзади снимать. Ну? Что ты делаешь с ним? Зачем ты на него дуешь? А зачем ты дул на яйцо? Я у него компьютер засаю. Ясно, все, я поняла. Это весь фокус? Это весь фокус? Да. Все, тогда пошли гречку есть. Гречку пошли есть. Пошли? Пошли есть. Да. Пошли есть гречку. Пойдешь, Мирчик? Кто-то ест гречку с луком, кто-то с мясом, а кто-то с сахаром. Ты же с сахаром любишь, да, гречку, Мирчик? Да? Да, Мирчик? Мирчик! Я говорю, ты же с сахаром любишь гречку? Наверное. Наверное. С молоком ты отказываешься пока. Гречка с сахаром уже готова, теперь гречка с луком и с мясом будет готовиться. Днем были макароны с тунцом, а сейчас гречка с луком, с горошком и яичница. А у меня отварные яйца, курица... И половинка сосиски. Гречка. И яичница. Это если говорить о разности вкусов. Каждому свое. Я вот захотела отварных яиц, а Володя захотел яичницу к гречке. Вот. Он так по зеленому горошку, как я не трется, говорит, ну чуть-чуть, ну чуть-чуть. А еще к ужину мы купили вот такую лепяшку. Люблю такое вкусное. Любимое печенье овсяное. И у Дамира тоже. Хотя мне мама долгое время говорила, что он его не любит. Хотя он его любит. Я не знаю, почему она так говорила. Она на палатке. Она вон вязает. Виста, ты знала, Виста, да, вот.
ничего. Кстати, хочу сказать, что проблема с пригоранием сковородок исчезла навсегда в нашей семье, я надеюсь. Потому как уже 2 дня я пользуюсь маслом соевым, рафинированным, дезодорированным, русвосточное. Вот такое масло. И вообще ничего не пригорает. Вот вообще ничего абсолютно больше не пригорает. Я говорила, что у меня не было такой проблемы, тут вдруг она началась. Сейчас такой проблемы нет, вообще ничего не пригорает, все в порядке, все классно. Ладно, мы ужинать. Вам хорошего вечера. Хорошего вечера, воскресенье. Хорошо отдохните, потому как впереди целая трудовая неделя. Почему на сей раз Владимир стал ты инициатором медовухи? Ну, ты же хотела, пойдем отдельно. Хотела. Просто ты обычно никогда не являешься инициатором. Хотела, конечно. Но ты меня удивил прям. Да. Что? Сахар не купили. Так вы его съели почти. Вдвоем с Дамиром. Он с едой, а ты с напитками. А я с сахаром только раз в день с утра пью чай, все. Да, Дамирчик? На глаза кому собаке не попасться. Мне реально вкус какой-то, у петушков из детства. Медовый такой. Медовый такой и как жженый сахар такой, привкус. Все у меня тех петушков, которых бабушка когда-то с рынка приносила. Прикольно. Только ты очень быстро пьешь. Ты вот буль-буль-буль и все. Надо же посмаковать. Сейчас, подожди, Мирчик. А смысл ставить наценку 1 рубль за краситель? Что-что? Смысл ставить наценку 1 рубль за краситель? Ну, просто чуть другой тебе. Нет, просто цена 235, а тогда 136. Ну, в принципе, без красителя даже вкуснее. Нет, если сравнивать с тем, что я тогда пробовала, с красителем и сейчас без красителя, это вкуснее. Да, давай играть дальше. В жизни на воришку Боба мне нравится играть больше. У меня, по крайней мере, получается. Да, на компьютере, на планшете не получается, а в жизни мне нравится с тобой играть так. Ребят, медовуха реально очень клевый напиток, но это не как у нас в Украине водка медовуха, а здесь это пивной напиток, вот, слабоалкогольный. Прикольно. В прошлый раз я пробовала с красителем. Он был такой вот, как вишневый, не знаю. Напоминал больше пунш. А сейчас именно вот я попробовала без красителя медовуху. Напоминает, как я вот только что Володе говорила, вот тех самых петушков из нашего детства. Какой-то вот медовый, какой-то вот жженого сахара какой-то вот вкус. Карамельный какой-то, очень-очень вкусно. Сейчас, Мирчик, секунду. Очень-очень вкусно, очень клево. А с Дамиром мы сейчас играем. Есть такая игра в Play Market, воришка Боб. И вторая его часть тоже есть. У меня не получается играть в нее абсолютно. Вот это одна из тех игр, которые мне не подвластны вообще. И мы сейчас играем в эту игру вживую. Как будто я воришка Боб, а Дамир смотрит, чтобы я ничего типа не украла у него в доме. И ну реально прикольно, здорово, вот. И вообще, несмотря на тот факт, что сейчас реально у меня очень мало как таковых вылазок куда-то, да, ну то есть поехать, пойти, потому как, ну мы только переехали, сейчас это нереально, ну не бывает так, что люди переехали, извините, потратили большую сумму на переезд и начинаются гульки. Нет, пока все устаканится. Но тем не менее, совершенно не понимаю людей, которые не получают удовольствия от проведения времени со своими детьми. Ну блин, это твой ребенок, ты его родила, как это ты не получаешь удовольствия от того, чтобы проводить с ним время? Ну,
Игры с ребенком — это одна из составляющих в семье, когда то есть нужно быть к этому готовым, когда у тебя рождается ребенок. Вот, нужно иметь порой даже устойчивую психику, в особенности, когда у тебя не один ребенок. Все, давай играть, окей? К чему я? Много кто жалуется, что им неинтересно находиться со своими детьми и проводить с ними время. Я понимаю, когда ты устаешь проводить время там only с мужем или only с ребенком и так далее. Но когда тебе напрочь, вот вообще неинтересно проводить время со своим ребенком, я считаю, что это, ну, ненормально.